Виктория Захарченко 9 лет занимается скандинавской ходьбой в парке культуры и отдыха «Молодежный». Сначала ходила одна, потом занималась в группе, сейчас стала тренером. Бесплатные занятия Виктория проводит 3 раза в неделю для всех желающих. О федеральной программе формирования комфортной городской среды женщина знает и уже успела проголосовать. Парк нравится, но, конечно, его нужно доработать. То есть моменты, которые прям, ну, очень хотелось бы увидеть. Хотелось бы, чтобы доставляла еще и удовольствие ходьба, кроме физического, еще и эстетическое. Потому что здесь очень много деревьев красивых, и утки, и белки, но иногда вот то, что под ногами, оно с настроя сбивает. Парк культуры и отдыха «Молодежный» был открыт в 1976 году к 50-летнему юбилею создания Всесоюзной комсомольской организации. В 1994-м его переименовали. Он находится в промышленном районе города Самары, в границах улицы Нововокзальная, Ставропольская, Вольская и Воронежская, на хорошей транспортной развязке. Жители региона здесь гуляют и занимаются спортом. Очень требует парк капитального ремонта. Здесь просто недалеко от места жительства. Как бы мне здесь вот прям пару минут пешком пройти, и можно заняться спортом, не ходя ни в какие там клубы. Территория парка культуры и отдыха «Молодежный» участвует в голосовании по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. 22,5 гектара могут благоустроить, если пространство наберет наибольшее количество голосов. Однажды жители уже отстояли территорию парка, когда его хотели застроить жилыми домами и магазинами. Сейчас самарцы тоже могут объединиться и выиграть голосование, чтобы любимое место отдыха стало красивее и функциональнее. Конечно же, при поддержке жителей воплотить в жизнь тот проект, который уже на сегодняшний день имеется, и он предусматривает развитие данной территории, строительство детских площадок, строительство спортивных игровых площадок, озеленение данного парка, сохранением ландшафта и деревьев, которые уже здесь имеются, а также восстановление озера. Проголосовать за благоустройство парка культуры и отдыха «Молодежный» можно на сайте 63.городсреда.ру до 30 мая. Напоминаем, каждый желающий может отдать только один голос. Право выбора территории для благоустройства есть у жителей, достигших 14 лет.